Перестановка заведомо новых мозгов на заведомо новый коптер. Где-то не совсем и новые. Но заведомо летает в раму. Да. Непонятно. Непонятно, какие мозги. Каких мозгов. Нет, вот мне лопасти нравятся у вас. Цвет. Гламур. Маленький. Черненькие уже кончились, да? Нет, это специально так. Шупели за три минуты. Серьезно? А у Вадима все зеленые. Слушай, ему такие. Тут уже, знаешь, не до выбора. Заведомо неправильно. Поэтому он и не летит-то. Я не знаю, где у него зад. Да. Разобрались наконец-то, в чем причина это. Ты так все школьные столы порежешь. Ну, что ж теперь делать? Вот основной плюс вот этих маленьких вертолетов, они очень тихо работают. Можно с ними спокойно разговаривать. Кстати, генератор также вот работает. Вообще отлично. Прям если его здесь запустить, да? Нет, ну, может быть и не здесь, но вот на улице он такой же звук будет. То есть покукивание такое будет стоять от выхлопа и все. Там то ли 40, то ли 50 децибел, что-то такое. Так, ножи по центру. Конечно, ты там криво как-то выставляешь, это же и отсюда видно. За это не летит? Да. Я считаю, тут что-то с аурой, что-то не то. Так вот просто. А продавец ты что говорил? Заведомо правильные мозги? Говорит, летал. Да. А продажа почему? Сюда надо что-то подкладывать. А вон эти, запихай. Потому что еще одни есть такие же. Вадим, а причина продажи? Что одни лишние. Ну то есть, если что-то у тебя не идет, ты хочешь заменить на те лишние. Да. Не, лучше мне кажется изоленту туда подсунуть. А, сейчас я придумаю. Да надо было заклеить.